What's up, guys? Hey, friends. Greetings, fellas. We have an offer for you. We'd like to make a small deal. We have an interesting proposition. Get the new shiny Dota 2 ticket. Buy the new Starlight ticket. Support us with ticket purchases. And we promise to show you our best. We'll show you excellent and magnificent Dota. We will make sure you see some amazing games. Take the first step into the next season. We are counting on you. Help us make Star Ladder 11 awesome. We will see you again sooner than you think. Thank you for your support. And your contribution will make us a little bit happier. Thank you. eSportBets.com. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет ножевой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Ну что же, всем еще раз привет. Последний раз мы вам за сегодня время привет. Ну и, как и в предыдущем матче, товарища Каспера подменяет Евгений Дубравин, более известный как NoPoint. Вы его можете знать как ведущего прошлого LAN-финала Star серии и как переводчика на третьем International. Да, не клише на четвертом, как да, Вова, да, а да. На третьем. Просто переводчик. Не переводчик, а просто переводчик. Да, без капсов и пробелов. Да, без капсов и пробелов. А в любом случае, последний матч сегодняшнего дня. У нас одна игра осталась. Давайте посмотрим, как закончится этот матч. Играет между собой MindSanity, Мич, Гризин, Милан, Лизард и Виктор, легенда, против команды Secret. Пупей, Нотейл, 4 кураки, Симба. Все просто. Виктор опасен. Виктор очень опасен. Я помню его с ESL, Виктор очень опасен. Да, да, эти ребята вообще опасны. Они, ну, не по игре, они по жизни опасны. Я бы на месте простых людей ему так дорогу не переходил. 2-3 у MindSanity, 5 матчей сыграно, 3-1 у Secret, 4 игры уже отыграли вице-чемпионы 10-го сезона. Ну и вот он пик. Визаж, Ликан, Рубик. От MindSanity. Tidehunter, опять-таки. Operation, опять-таки. И Ember Spirit. Ну тут Вайда добирает MindSanity. Немножко поменялись ролями. Мы помним, что в предыдущей игре Секреты взяли Ликана, а против них играл Ember. И ситуация реверснулась. Да, да. Ну, посмотрим, что Secret будут показывать, как надо играть Ember Spirit. Ну, Tidehunter и Parishion, понятно. Эти два героя, сигнатурочки команды Secret, они залетают и будут залетать до тех пор, пока им будут разрешать брать этих героев. Ну, вот, разрешают, так почему бы и не шпилить. Void залетает MindSanity, и остаются два героя Secret, если не ошибаюсь, именно для S4 и... Нотейла. Ну, S4 может сыграть на Эмбере в миде. То есть тут вариантов много. Может быть, Куроки пойдет в легкую, а может быть, они Эмбера берут в мид. Просто тут еще непонятен мид-герой у MindSanity. И что это будет, я даже не знаю. То есть последним пиком они заберут себе соломидера. Войд в сложную пойдет. Ликантроп, Визаж, Рубик, скорее всего, будет трипа в легкой. Ну, тут Тайт в сложной. Operation Support. А вот Эмбер в миде или Эмбер Кэрри, это мы узнаем вот в ближайшие минутки полторы. Четвертый пик.
Паппи. А сейчас как Phantom Assassin залетает в мир. Так, кстати, крутой будет герой. А, с арканами. Сегодня была уже у нас фантомка от Hellraisers. Очень круто зашла она. Опять там фрагом настреляла немерено. Ну, фантомку на самом деле от Hellraisers отлично суппортил Дред на винге. Там Дред, конечно, дал жару. Ух, супер матч был. А Дреда, запись той игры уже на нашем YouTube-канале, youtube.com/dotaSLTV. Пересмотрите обязательно игру, если вы вдруг пропустили. Ну, а здесь Дизраптор заезжает у нас под следующим пиком. Дизраптор, герой против Ликантропа и Вайда, очень хороший, потому что вы понимаете, что Войд прыгает, ставит купол и на глимпсе уезжает обратно. Точно так же с Ликантропом. Разбегается эта собака, получает глимпс и все. Или опять-таки возвращается глимпсом. Ну, короче говоря, да, Дизраптор, кроме всего остального, может еще отлично поставить клетку свою. Да. Герой очень-очень-очень хороший. И если его правильно использовать, это просто жесть. Ну, или такой, как Дизраптор, как у нас сегодня был в самом первом матче дня, который на 19-й минуте собрал Аганим, это вообще жесть. Когда он выключает все, и БКБ, и Ветра, и прочую ересь, ну, это, конечно, очень важно. Ну, посмотрим, как здесь будет. На Дизрапторе будет играть у нас, опять-таки, Биг Дэдди. Ну, последних два бана, опять-таки, сами сербы сейчас не знают, что им банить. Банят они Морфлинга, то есть они думают, что будет Эмбер в миде. И надо забанить Кэрри. Не знаю. Я, честно, давно уже не следил за игрой Куроки, но вообще это очень уверенный Кэрри, и играет он, мне кажется, на всех героев. Да, он играет абсолютно на всех, но суть в том, секреты. Вот я не могу вспомнить, играют ли они Эмбера Кэрри. В миде точно играет. А вот играл ли Куро на Эмбер Спирите? Ну, не знаю. Вот что-то я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, я уверен, что играл, но... Раз я не могу так сразу вспомнить, то явно немного. В любом случае, будем посмотреть уже через 40 секунд, а потом еще через 20 все решится. Думчик в бане. Last pick. Герой в мид для My Insanity. Ну, это, кстати, от этого последнего пика могут секрет отталкиваться. Если возьмут что-то для Эмбера очень-очень такое неприятное в мид-лейн, то, в принципе, в мид можно добирать какого-то другого героя, Эмбера стоит в легкую. То есть тут у секрет все впереди. Скажем так. Ну, у них пока шикарные связки. Опять-таки, Operation Tide Ember. Ну, когда это все будет влетать, действительно, это неприятно. Плюс к тому же есть Дизраптор. Пока в плане масс-ультовости все очень круто. Да, рассказ у секретов потрясающий. Много уже и физ-дамага есть в виде Эмбера. Много, огромное количество, конечно же, Magic-дамеджа. И Клинкс залетает My Insanity. И мама-паучиха залетает секретом. Oh my goodness! Брудмама in the peak. Первый раз в новом патче лично для меня мы с вами посмотрим за Брудмамой. Мама-паучиха, которую мы не видели лет эдак... Ой, много. Много. Ну, года 2.5 точно, наверное, ее не было. Ну, помню еще на первых стенах Старладера, когда еще старая была Бруда, ставили ее там сложную и неплохо у нее получалось. Ну, а вот новую Бруду мы не видели очень-очень давно. И секреты нам сейчас покажут. Брудмазер, welcome back to Dota. Брудмазер, мы видим, две игры есть, 0% винрейт. Это в этом году, это на каких-то других турнирах, наверное, ну или на тех матчах Старладера, которые я не видел. В любом случае, Брудмазер, мы видим, редко пикается, то есть секреты, возможно, будут чем-то удивлять. Возможно, слушай, просто решили... Слушай, это Брудмазер, а Тайдхантер будет в миде. S4 Тайд, это будет интересно. Так, я немножко пересяду, чтобы мне было удобнее смотреть за этой игрой, потому что катка намечается жестчайшая. Лютая, да, Брудмама. Еще и сразу с какими-то шмотками. На Бруду шмотки есть, что ли? А, да, да, есть. Да, там сеты были на нее. Она даже очень прикольная. У нее даже паучки есть новые. Прикольно. Ну что, let's go. Итак, Бруда от Secret. Симба в сложную на ней пойдет. S4 будет в миде стоять на тайде. Мы видим стандартный запак S4 на миде. Ну, что-то может еще докупить. Да нет, просто на фастбанку, не парится. Сразу берет две веточки и бежит в атаку. Ноутейл, суппорт Дизраптора. Куро, Кэрри, Эмбер в легкой. Пупей, суппорт Апаришн. Понятно, 4 миди. Ну и побежала у нас Брудмама, которая, понятное дело, быстренький Солдринг хочет собрать. Как же я за тобой соскучился, родная. Ух. Ну, в любом случае, мы очередной раз секрет. Доказывают, что они команда, от которой вообще можно ожидать чего угодно. Вот мы размышляли там, а пойдет ли Эмбер в мид, или там Симба уже однозначно поставили на тайда. Тут же начинается драка. Ну, Ноутейл тут спокоен. Просто пинганули друг друга. Так, привет.
Да, но в итоге взяли секрет этого Тайда и под конец что-то решили, что давайте, а чё бы нет? А давайте возьмем Брудмазер. Глемпс, Виктора, подсвязали, у Вити проблемы. Ну и тут до свидания. Да. Очень просто, подставился Виктор, Пупей набросил Chilling Touch, по одному удару скинулись. И First Blood зарабатывает секрет тим. После Гаша они уходят. Да, да, да. Тем более, когда там 4 героя. Ну, здесь мы видим сеточки, уже Симба себе разбросал. Приблизительно он знает, где он будет стоять. Все у него хорошо. Вот они, две сетки. И можно тут тусоваться. Кстати, очень удобно чекать руны. Потому что, опять-таки, ты бегаешь через текстуры себе. Не надо там особо печалиться. Можно бегать по лесам. Ну, как против нее тут стоять? Я буду смотреть очень много времени за Брудой. Я думаю, вы... не против, если в пабах мы ее видим, притом даже в пабах мы ее видим не особо часто, то здесь, собственно, в профессиональных матчах герой настолько редко пикается, что, конечно же, очень много внимания надо обращать в первую очередь на эту подругу. Феникса мы уже насмотрелись за последнюю неделю, а вот Бруда, вот и сразу Sentry Ward. Кстати, Визин. Такая линия, на которой вообще оба героя могут принести Sentry Ward. Просто Брудье нафиг не нужен, потому что она Клинкса и так не убьет. А не, вот... ну Клинкс ей тоже вряд ли. Хотя что вряд ли. Нет, он ее и настреляет. И по крайней мере, он порежет ей реген. Да, ну вот мешать будет, конечно, активно, но мы видим, что не так-то просто с этой Брудой драться. Она очень быстро уходит, опять-таки, в инвиз. Ну, а тем временем Дизраптор продолжает там щелкать, опять визажа убили, но я не понимаю, что он здесь сделал. Ну, что-то, короче, Витюша начинает так себе. Виктор уже 0-2 имеет. Подводит нас. Мы как раз всем его так да. зарекламировали, а он нас подводит. Что, Витя? Ну, да, ну, соберись. Ну, зовут его, кстати, не Виктор, по-моему, он мне в друзьях даже на Фейсбуке. А не, Виктор его зовут, Виктор Князев или Виктор Князевич, что-то такое. Да, да у кого после того памятного ESL нету Виктора в друзьях в Фейсбуке? Не, ну я с Витей знаком еще раньше. Витя к нам в Киев когда-то приезжал. Да, да, я тоже, кстати. Было дело. Помню такие ситуации. В любом случае, пока что все, кроме вот этих двух киллов на топе, один из которых мы пропустили, все спокойно, крепятся обе стороны. Мы видим, что мид отлично отыгрывает Tidehunter. Ну, а тяжело очень Ликантропу. Он когда подбегает поближе, он сразу получает Анчер Смеш 2 левела и по 30 дэмэджа. Ну, там, ну как там, как бить? Ну да. Слышал, тяжело. Вообще всем миличникам тяжело стоять против Тайдхантера в соло. Настолько классно используют Тайда в секреты, вот просто в разнообразных ситуациях, и в сложной, и в миди, и так далее. Используют максимально четко все его самые-самые полезные качества. Ну вот, и тут, кстати, в С4 мы видим быстрая банка, понятное дело, чекает он руны, руну забирает. Так, на топе тем временем экшон, Витя очередной раз в таверну, но, кстати, Пупей должен погибать. Да, Пупей погибает, ну и Милан тут уходит. Точнее, не Милан, а Милан. Немножко поменялись. А кто забрал килл на... Килл забрал Дизраптор. 3-0 Killing Spree уже у Дизраптора. Надо прекращать ноутейлу вот это, потому что эти Killing Spree у саппортов, которые потом отдаются, и очень много денег на них зарабатывают. Но в то же время это аркан буты на, до 3-й минуты. Это, уже. Да, это какая-то супер жесть. Аркан тапки. На ноутейле. На 2.49 ноутейл, успокойся, что ты делаешь? С такими темпами действительно можно сейчас быстренько вынести агоним минуте на 15-й просто. И будет весело. Ой-ой-ой. СФО, курица! Я же тоже подумал, как он ее не кликнул. СФО сам в шоке оказался по ходу, потому что он, когда увидел эту курицу, он не поверил в это. Подумал, может, какой-то глюк. Милан заходит на Пупея и Ноутейла, но тут понятное дело, что вот сразу развернулись, потычки скинулись, саппорт. Не дают спокойно жить этому Вайду. Ну, правда, у Вайда 15-4 крипстат есть, что, в принципе, очень даже неплохо. Против настолько агрессивной триплы, теряя постоянно визажа, это нормально. Это отлично, я вот. Бы сказал. No tail, и вот он минус Killing Spree. Единственное, что, возможно, разменяется, и причем не в лучшую сторону здесь. Можно забирать еще Милана. Куро пытается уйти, плевок минус Куро, и Милан выживает. Даблкил делает Виктора. Вот сразу Виктор говорит, что я вернулся. И вот так вот триплата. Мейнсейнити. Да, стрик забран, умер Эмбер, все, в принципе, хорошо. Вернулся Рубик, готовый, с полной маной. Сейчас должны... Нет, на Харасе только, если не ошибаюсь, игроков здесь. Разве что прокнет какой-то шальной баш. Войд далеко пошел. Баш! То, что я сказал. Шальной баш, и Пупей погибает. Милан уходит отсюда. Здесь тем временем поймали Виктора.
Виктор четвертый раз умирает, забирает его Куроки. Какой-то лютый экшен у нас пошел на топе. Да, ребята решили, ну стоим 3 на 3, давайте хотя бы поубиваем друг друга. Не, ну она скучно, когда стоит трипла против триплы, смотрит друг другу в глаза. Че это такое? Драки, драки. Это самое важное. Пупей прилетел в мид, надоело Пупею там драться. Тайдхантер здесь тоже, аркан тапки банка уже есть. У Тайда 26-2 крипстат. В сложной у Симбы на бруде 22-7. Есть Soul Ring, есть в 3 у него Spiderlings, в 2 сеточки. Что на шестом качает, интересно? Как только... А ну-ка. Сетку, сетку. 3, ну, конечно. Как только появились, начали появляться пауканы, конечно, уже крипиться против него Клинксу стало вообще нереально. Более чем в 2 раза проигрывает снова крипстат. Я вспоминаю, когда последний раз я Бруду точно комментировал. Тут догоняет, кстати, Пупея по Т2 Тавра. Пупей, башек с первого же удара. Милан замерзнет здесь. Должен замерзнуть, да, замерз он, но все далековато находятся. Могут сейчас дальше драться. Куро связывать нужно. Могут связал дальше драться, потому что уже подошел Буктоп, он же Виктор. И Эмбера тоже могут еще забрать. Если башек пройдет, давай. Куро. Да, даже без башика. Куро. Ой, Тайдхантер, Ревич, как же заманил Куроки их здесь, Виктор. Погибает от Куроки, Секрет делают минус 3. Как их Куроки заманивал, ну, вокруг этой елки. Гениальная просто игра. Действительно, я не до конца понимал, зачем он тянет время, и не заметил вот эту маленькую такую... Маленькую зеленую точку. Вот этот здоровенный арбуз, который идет на тебя. Который с мида перетягивался именно в драку. Вовремя дал Ревич. Первый в игре, он его только недавно заработал. Получил, выучил и сразу же использовал. Причем мы видим с огромнейшей пользой для своей команды. Да, минус 3 делают быстренько ребята. Куро выживает, Куро зарабатывает огромное количество экспы, то же самое с Тайдом. Ну и все это время Бруда пушит. Так вот, продолжу я мысль про стояние Клинксом против Бруды. Я вот вспоминаю игру между командами Invictus Gaming и Na'Vi на втором интернешнле, где против Бруды стоял хвост на антимаге. Было очень невесело, и та игра закончилась, по-моему, со счетом 6-0 на 12-й минуте. Na'Vi просто сдались. Ну, там точно была Бруда, и вот как Клинцом против нее стоять? Это абсолютно непонятно, когда эти вот паучки, они грызут. Их ты прокликать, ты их не можешь вообще. Да нечем просто убивать Клинксу, да, их, да, этих пауков. Тратить постоянно Flaming Arrows, ты без маны останешься, да, ей, господи, не умирают они там с 2-3 стрел, в конце концов. По 170 хп, 5 хп, это очень даже много, прилично. Да, и вот эти паучки, смотрите, как носятся по лесам. Их, в конце концов, много. Короче, этот герой слишком читерный. На полном серьезе. Это слишком читерный герой. А то, что у него 0-2, так это чистейшее совпадение. У кого? У Брудмазера. Не, 0-0 у нее не надо. Ты чё? Я имею в виду в данный момент статистику, которую нам до матча показывали. А, 0-2, да, ну просто какие-то нари брали. Да. Ну, это такое. Вообще, герой реально читерный. Да в конце ставит сетку, ее не видно. Что это такое? Не, ну это ненормально. Не, вообще, вот просто она с этой линии, мы помним еще по старой Бруде, да, что она с этой линии не уйдет до конца игры. Вообще. Он никуда отсюда не уйдет. Сюда будет приходить, он отойдет, спрячется в сетку, отстоится, потом опять пойдет. Он просто постоянно будет давить эту линию. Ну, нон-стоп. А зачем ему драться? Да и чем ему драться? Не надо. Он должен сплитпушить. Он должен просто толкать линию. Все. Он это и будет делать. У него есть Soul Ring, есть ПТ. Вот стоит, сейчас плюнет еще в грязина там. Ну, плюнет, конечно, не плюнет, но в любом случае. Восьмой левел есть, в 4 сетки, в 4... вот так вот грязина, вот так вот его. Ну, вот неприятно. У тебя, в конце концов, просаживаться сильно нельзя, потому что, опять-таки, получишь пауканов в лицо, можно еще и отъехать. Да. Они, кстати, сейчас уже по 300 дэмэджа, 530 всего у Клинкса. Не весело так, в лесах поймали у нас... Ликантропа. Зажали пауками, вот еще одно. Сейчас пауков нельзя. Кстати, здесь какие-то не пауки, а жуки, посмотри, это какой-то локус. Это какие-то спайдерайты непонятные. Лизард в миде встряет, но тут его, конечно, не отпустит никуда. Еще и хороший Ревич, Витя тоже подстрял. Но тут просто разваливают, то есть секреты. Сильны они в тимфайтах. Даже вот мы видим, трое суппортов ходят и могут убивать кого угодно. За счет, да, конечно, они тратят все, что у них есть, но а что им еще делать? Ну, работа такая, то есть тут все нормально. Фейзы приобретает тем временем Куроки, который на топе сейчас получает свободу действий за счет наконец-то того, что всех поубивали. Да, да, да. Да, его отпустили чуть-чуть. Мы видели, что начало там у него было не самое лучшее. Но с другой стороны, у него 2-1-6. 2-1-6, но вот за счет той драки вместе с Тайдхантером он начал, да, возвращаться, да, в эту игру. Но по все крипам, равно шестой по нетворсу. По крипам их трипла, несмотря на киллы и визажа, проигрывала. Войд фармил, да, больше.
Да, ну и как мы видим, действительно, у Вайда 35-6 скрипстат, у Куроки 24-2, Куроки там леса подфармит, на линии все равно ему пока находиться стремновато. Тайд тем временем приобрел себе блинкдаггер, 9-й левел у Тайда. Ну вот проблема Тайда в том, что сверхполезный он может быть только раз в 100 с хером секунд, да, и это плохо. Ну, в начале игры. Ну, а вот тут Симба. И вот ты посмотри просто, что происходит с грязином. И третий хп нету за два удара вот этой вот маленькой пачкой, которая, посмотри, как быстро движется. Они на кислоте, что ли, все? Они, ты посмотри, побежали. Крипов хавать. А, пару сдохли. Эти стоят. Сдохли те, которые первые. Да. В любом случае, мы тут продолжаем смотреть за Брудмазер. Там на топе экшон, Войд прыгает, будет ли купал, башик по Ноутейлу. Тут уже у нас есть гаш. Ноутейла закрыла только хвост ему, но Ноутейла, скорее всего, убьет. Милан, да, так оно и происходит. Куро отвечает смертью на Рубике. Ну и Войд здесь без таймвока еще 2-1 секунды. Куро будет догонять. Куро будет догонять. И привет, привет, Макмиллан, хотел сказать. Привет, My Insanity Milan. И даже без Реведжа ты видишь, что Тайд очень полезен. Режет дамаг. В конце концов, даешь гаш. Гаш — это минус армора. Это очень хорошо. Ну, а тут Бруда уже Т2 начинает пушировать своими вот этими чудо-паучками. Да, сейчас она еще с этой пачки вынесет еще где-то их штук 5. И просто продолжается жесть, как она есть. Во, Рубик пришел, Рубик говорит, у меня есть скилл. Рубик — это не Клинкс. Хотя... Там Визаж у нас, кстати, умер. Ну, а тут Рубик, вот Симба, надо ему бежать, потому что ему бобо делает Симба. Просветка, просветили Симбу. Ну, опять-таки, нечем убивать. Ну, просветили его, ну, его видно, но... Ну, чем его убьет вот этот вот Клинкс? Ну, вот Войд убьет. Баш, первого Войдом удара. Они его убьют. Это и однозначно. Прятаться вот сюда, прятаться, и все нормально будет. Все. Вопрос закрыт. Второй центр есть? Да там не было центра, там просветка была. Нет, а, вон центр поставил, прямо под своим тавером Клинкс. Ага, неплохо. Бруда, бежать. А вот сюдой можно. Да, че, вообще хороший герой, по-моему. Ни разу не чит. Вообще ни разу не чит. Нормально все. И я уже все. Сейчас можно еще и И регени 12 хп в секунду. Да, 200 денег. Тут прям awesome hero. Просто бегает и кушает. Грязин. Проблемы у тебя, Грязин. Он, у него есть инвиз, это хорошо еще. Да. Гем купить там можно в будущем. Вот такой. На топе тавр тем временем пушит секрет. И 14-7 они ведут. По деньгам они ведут уже 5000, по XP 4000 XP. Много. И у Тайд Гюнтера есть уже ревеч второго левела. Так что ждем очередные врывы гарбуза. Блинк, аркантапки, банка с хостой. Сейчас вот можно, собственно, секретом что-нибудь очень интересное оформить. Хотя бы маленький... Да, один пиков и забрать один тавр. Да, ну вот одного фрага действительно хватит. Вот Витя тут подставляется. Витя 5-й левел по-прежнему. Он уже в таверне 7 раз был. Столько, сколько вся команда Secret вместе взятая. Что-то Виктор тут подфидел так плотно. Ну, ПТ у Ликантропа появилось. Ликантроп у нас есть в игре, мы не забываем. Вот он, ПТ Владмирс. У Ликантропа пока так себе дела идут. Но он первый в своей команде по нетворсу. Тайдхантер первый у Secret. Вот ульт Парейшена в Ликантропа залетает. Ликантроп бежать. Вернут. Ну, ах, не успевает. Там Тайдхантера, кстати, убили. Сбили ему мегакилл. Тайдхантер тут оказался 1-4. И через купол Войд его забрал. И, кстати, на топе сейчас заберут еще и Ноутейла. Очень больно Ноутейлу. Ноутейл мимо. Минус Ноутейл. Так, Грязин пока в сайленте. И надо уходить отсюда, наверное, и Куроки. Несмотря на то, что он с ДД, ему очень больно, если баш пройдет. Так, Куро. И это минус Куро. Собственно, баш прошел. Три фрага подряд зарабатывает My Insanity. Отлично отыграли. Хоть мне казалось, они немножко... Ну, там повезло еще Ликантропу, что он ушел, его не успели в сетку глимпсануть. Или он, наоборот, сделал так, что его не успели в сетку глимпсануть. Тут заслуга именно его в этом отношении. Он ушел в лос, не вернул его Ноутейл, после чего подтянулись еще члены команды My Insanity, и вот отлично разобрались. В миде погибает Виктор. Ну, Витя там продолжает видеть, но это такое. Ну, Виктор фидит. Да, хэштег Виктор фидит сегодня. Да, а Бруда тем временем Т2 Тавр снизу упал. И Симба сейчас отсюда, он никуда не уйдет. Он будет продолжать вот сюда спокойно давить Т3. Тем более сейчас там даже дефить, собственно, некому. Три игрока сверху, либо придется ТП тратить, возвращаться. И суть в том, что он это будет делать не вот эту конкретную секунду, он это будет делать постоянно. Всю игру.
Вот Рубик подбежал, фейтболтом убивает несколько. Ну что, там 100 капу не заработал. Нормально, да, кстати, очень неплохо. Это замечательно. А у Бруды, кстати, уже некробук первый. А там и второй на подходе. Тавр в миде упал, второй быстренько. И еще и Виктор тут еще и подфидил птичками. Ну, блин, фамильяра отдавать, это вообще нехорошо. Не кошерно, я да, согласен. Тут это, конечно, лишние ошибки, совершенно лишние. Тайт собирает себе форстав. И полетел ульт аппарата в мид по Виктору. И Виктору, если будет в него прыгать, да, Виктор тут погибает. Девятый раз в таверне, Виктор. Это прям как я. Да, ну а тут, кстати, ты смотри, С4 вынужден юзать Ravage. И что дальше? Милана пытается убить, не убивает. Прилетел Куроки. Куроки, Ravage в ответку от Лизарда. Отлично. И Куроки тоже погибает. Минус 3. Наказаны ребята из Secret очередной раз. 13-16 в пользу Secret Team пока, но очень неплохо так наказывают за наглость. Да, от бэктречил один удар, собственно, которого ему не хватало до смерти Void. Благодаря этому остался в живых, поставил на всякий случай, чтобы Вэмбер не догнал еще и там хроносферу от перепуха, наверное. Но ребята подтянулись, отлично украденный Ravage. Вовремя, да, и все очень хорошо. Грязин в миде сейчас замерз, но его не видно, а Пупей умирает. Или контроп, очередной фраг 4-16. Секреты очень много фидят, снизу Бруда продолжает заниматься тем, чем она должна заниматься, но вся остальная команда реально, ну, очень-очень на расслабоне играет. Все-таки так, не хватает им, возможно, немножко, может быть, именно пятого игрока в драках, потому что они начинают сейчас проигрывать замесы. Практически, если я не ошибаюсь, они все преимущество, которое было заработано, уже, да, проиграли. Вот, все деньги потеряны, по XP вообще впереди уже. А Бруда по-прежнему не может проломать этот ХГ. Все-таки она только начала, она только поцарапала пару раз, то там в миде тем временем минус визаж. Ну, Витя, ну хватит. Но это уже ненормально. У нее 3-10, это уже... Это уже вообще нехорошо. Да, то есть шутки шутками, но это как-то вообще печально. Милана успеет ли глипсануть? А, там вижена нету? Никак. Стоп, есть вижен, там есть вард, но не цепляют его. Бруда уходит отсюда опять-таки. Видит грязина. Просто тусуется здесь Бруда. Ой-ой-ой, а грязину-то надо быть поосторожнее. А почему ушла Бруда от него? Под ультом вот этого чувака можно было и подраться побольше. Да, просветка. Увидели Бруду. Бруда вгрызается в Лизарда. Пол хп, тут же Эмбер. Еще один минус. Да я бы не сказал, что увидели Бруду. Тут Бруда увидела, что... О, Рубик, привет, брат. Ликантроп, тэп-аут, а сбить нечем. А сбить нечем, да, сбить нечем. Прекрасно понимает. Кура далековато был. Сиринг Чейнс в кулдауне. И в итоге минус 2. Этим ограничились секреты. Ну вот первый раз мы увидели Бруду in the action, скажем так. А у Бруды сейчас будет третий некрономикон. Что и ей вот позволит постоянно видеть товарища Клинкса. И проломать таки вот этот вот ХГ, на который ее пауканы особо не заходили да, до этого. Мак Милан здесь чуть не подстрял. S4. Есть у него Ravage. На развороте. Говорит, Войт, ты, говорит, включил это, да? Madness? Ну окей. Я слышал, там дамага больше проходит, давай подеремся. Да, давай. Вот такой Madness включил и бежит на пацана. Ну, лады. Тут ульт Парейшна залетает в Ликантропа. Ликантропа, кстати, тоже некра уже есть, но только пока первого уровня, в то время как у Бруды сейчас будет третий уже, уже летят к ней третий некра. И она по-прежнему на этой линии, как я и предполагал, никуда она отсюда не уйдет, пока не упадут бараки. Поторопился я, конечно, с тем, что... My Insanity начали выигрывать драки, они выиграли пару бикопов. Они отыграли, действительно, то вот преимущество, которое они в начале игры отдали. Можно даже сказать, что, которое Виктор соло отдал. Вот. Но мы видим теперь, уже ловят их секреты везде, где хотят. Толпа пауканов, плюс еще и некрочи будут скоро пушить постоянно низ. Ну, пока они Рошана забирают вот этой всей толпой. Бригадой паучоков. Паузу стоит Витя, говорит... Меня из команды выгнали только что. Так, говорят, у Лизарда большой пинг. У меня пинг 58. Ну... Надеемся, разлагает сейчас ящерицу.
Ну, по деньгам, опять-таки, мы видим, вернулись к своим 5000 ребята из Secret. Ну, по XP тоже вернулись они в то преимущество, которое у них было до нескольких удачных файтов от сербов. Ну, Secret готовы, а что там парни из Main Sanity? Как там их сербский интернет поживает? Ну, будем надеяться, что ненадолго эта пауза. Там Рошана заберут, конечно, спокойно. Да, ничем его не законтестят, конечно же. Не, можно, конечно, попробовать, но они туда просто физически не успеют. Вот мы о чем же и речь идет. Три игрока на миде, один сверху, один снизу. Никаким образом они даже дойти до него не успеют. Ну да, тут Рошанчик падает довольно быстро. Опять-таки, блин, Бруда и Кура даже не проседают от Рошана, потому что пауканов хватает, чтобы танковать. Ну и вот он Эгис. Эгис у Куроки, Симба 1100 голды имеет, Некро 3, Soul Ring, ПТ-шка и щиток бомжа. Шикарно просто. Бегаешь, не паришься. Хороший герой. Почему у Феникса так часто пикают, а Бруду так редко? Не знаю, не знаю. Посмотрим, возможно, вот... По крайней мере, в пабах начнут чаще, я тебе так скажу, это да, после это этой игры. Да. Точно так же, как у меня сегодня ночью последний матч, который я комментировал, Root Gaming против Pain, еще раз рекомендую пересмотреть. А нет, это был не Root Gaming против Pain, это был Левиатаны против, забыл кого, уже играли. Так вот, там был лесной пуч. Так. В последний Симба. Момент удалось цепануть Симба его. Симба но... и... Что? И вард поставили, и Симба умрет. Теперь да. До этого казалось, что, возможно, он и уйдет. Вся эта толпа пауканов тоже сейчас будет забрана. Немножко. Тут фейтболт от Рубика летает, конечно, по ним. Ого-го. Дэмэджа нет, они бесполезные. И, собственно, он их убивает. Наконец-то убили Бруду. На 20-й минуте первый раз получилось это сделать. У Бруды 1-1-4. Отличная стата там в миде. Войд. Минус купей. Ревэдж. Примерз у нас Милан. Ну и тут Гашек еще будет. На, Гашек в кулдауне. И у Милана через секунду будет таймвок. И в никуда потраченный получается у нас Глимпс. Нет, не видит. Не видит. Вот теперь видит. Нет, не видит. Ноутейл почти поймал. Да, и 17-20. То есть огрызаются очень серьезно сербы. Они понимают, что со своим экспериментальным пиком могут и натупить секреты. И максимально... И снова качели пошли на графиках. Да, да. Небольшие, но вот раскачивают их ребята. Виктор. Виктор не хочет еще раз погибать, и вот все нормально, ушел отсюда. В конце концов, если дать время еще чуть-чуть и тому же Клинксу, и Войду, и Ликантропу, они уже смогут перейти в да. как бы реверсный сплит-пуш. С, и уже... будет больно. Брудой придется отбиваться, а не уже пушить, да? А тут у Вайдата, кстати, через 1100 появится у него Аганим, он решил так сыграть. У Ликантропа тем временем Некро 2 и 3 через 100 голды будут, то есть тоже 3 Некра, и у Клинкса... Есть Silence, у Клинкса есть ПТ. То есть по чуть-чуть артефакты Main Sanity выносят. Не самые топовые, не самые тайминговые, но выносят. И с каждой секундой секретом-то будет становиться здесь не легче явно. А у Ember Spirit это 2700, 22 минута, у него барабаны и фейзы. Это вообще печаль. Кстати, вот, собственно, о чем я хотел сказать. Я не видел никакого item прогрессиона на Куроки. Вообще ничего не делает. То есть понятно, что хочется Battle Fury. Тут, кстати, встретились опять с Пупеем. Пупей ультимейт под себя бросает. Купол по троим. Пупей погибает. Куроки в сайленсе погибает. И Ноутейл тоже должен погибнуть здесь. Ноутейл пытается уйти. Дал просветку. Глимпс на грязина. Но это не поможет ему. Виктор его добьет. С руки. А он вот даже еще да. и фейсболтом его. Оунидж. Просто оунидж. Там едва-едва живой из 4 отсюда уходит. И еще минус 3 делает Main Sanity. Вот это жесть. Бруда должна уже заходить на Т3 только так. Потому что сейчас будет просто потерян на топе Тауэр. Идет Тайд. Тут же птички. У Тайда могут быть траблы. Ну, Тайд хорошо блинкаут делает по 2 миллиардов. А почему сначала не атаковать, а потом не посадить? Боже, как же Рубик-то помогает отпушивать? Он просто фейтболт, и у паучков дэмэджа почти нету. К сожалению, против Некров такая тема не совсем катит. Да, и Некра тавер прессует довольно активно. У Рубика мана закончилась, но больше на фейтболты не хватает, и должен знать об этом спокойно сейчас Симба. Ну, Симба сам не бьет героем тавер, и паучками-то бьет сейчас не тавер явно.
И в итоге ничего он не делает. Ну, весь дамаг, что он нанес фактически этими двумя некрами, которые стояли и вот набили тавр. Тоже уже заметно, все-таки 300 хп осталось, это еще один вот такой подход с некрами, и тавр упадет. Что открывает для него бараки в любой момент, когда экстендится... Оп, поймали. Привет, поймали, и даже без купола. Симба, будет ли башек еще? Сетка, и уйдет ли от просветки? Баш проходит на последний удар, и доминейтинг мило. Т3 стоит по-прежнему. Еле-еле, какая же толстая эта паучиха. Да, но у нее еще и талисман of evasion есть, что очень-очень помогает против того же Вайда. Ну а в миде сейчас Пупей будет погибать. Пупей, форстав, бежать, еще одну тычку надо сделать, но в итоге Грязин не рискует. Потому что... Выживает Пупей. Да, Пупей-то выжил, Грязин не пошел дальше. Ну и 21-20, Майнсенти вышли вперед. Оунидж от них, они вперед вышли по деньгам и уже 5000 экспы ведут. Первый раз они начали лидировать по голде, и второй раз уже по экспе начали лидировать за игру. Второй раз раскачали качели уже полностью в свою сторону. Посмотрим, получится ли у них удержать вот это вновь заработанное преимущество. Соберутся ли секреты? Ну, мне кажется, что действительно тут, по-моему, секреты уже подзагнались. И они уже понимают, что... Надо срочно что-то решать, потому что у них уже серьезные проблемы. Нужны айтемы на Куроки. Он практически, он делает там распрыжку с лейтом, но он не наносит практически урона. Да, то есть у него ничего нету. У него по-прежнему, мы видим, только персеверанс, и ему даже до Battle Fury еще надо косарь где-то нафармить. Это как-то аж печально. Ну и у Тайтхантера, ну да, будет у него рефрешер, будет проще. Рефрешер, причем, будет через 1500, то есть это действительно 2 минутки ему дофармить. Это я должен сказать, что все-таки вот то, что у Куроки в данный момент не хватает фарма, это минус того, из-за того, что они взяли Бруду. Ему постоянно приходилось участвовать в файтах. Не было ни одного момента, где он мог сказать, ребят, без меня разберитесь, я пойду там заработаю денег чуть-чуть. Да. У них уже именно этим занята Бруда. Да, Бруда, по сути, мы сами понимаем, что это минус герой, который пушит дальше. Поймали у нас Вайда. Ну и Войт тут разваливается, зарабатывает. Да, не пожалели ничего. Глимпс, Виктор. Виктор ускоряется, пытается улететь. С4 за ним с блинка стопит. Тут же Куроки подвязал Виктора. И это очередной раз минус Виктора и еще и минус 2 фамильяра. А вот птиц можно было и не фидить. Да, уже раз 10 можно было ими не фидить. Но что-то фидит плотно. Брудмазер минус Рубик тем временем. И Брудмазер тут с Клинксом пытается драться. Ушла в инвиз. Рубика убила. Сама не умерла. И можно возвращаться к стандартной задаче. Пушить линию. 3 фрага сделали секрет просто на разных частях карты. Казалось бы, только мы их похвалили, да. Команду My Insanity, и вдвоем, оказывается, непонятно по какой причине, в чужом лесу Void и Visage, и плюс еще Рубик отлетает от Бруды, которая сейчас, конечно, Рубика способна снять там буквально за пару секунд. Ну вот, Некра, ой-ой-ой, так Грязин-то от одного Некрономикона пол хп моментально потерял. Он его съел, поэтому он на это рассчитывал. Так еще можно ультапарата получить в лицо и плевочек от Бруды, и все. А вот, да, такого поворота он, видно, не ожидал, раз остался на линии. Бывает. Тут уж просто надо было, если захотел съесть некроминомикона, заработать 100 голды, не жадничай, уйди назад. 200. 200. Ну, да, и тут, конечно, ошибается. У нас Грязин, погибает он во второй раз, 1800 голды у него есть. Бруда как-то не очень так уверенно себя на линии чувствует. Надо бы ей более так понаглее быть. Выигрывать ребятам на топе время, потому что как только Бруда будет пушить, он прекрасно будет знать тиммейты, что значит на топе меньше внимания, меньше героев, и кто-то будет постоянно думать про низ. Участвует ли контроп Рубик, поэтому они знают, что у них в лесу и на линиях, ну, не больше 3 героев. Поэтому можно драться. Бруда ушла в леса, Бруда 2200 мы видим после талисмана of evasion есть. Рефрешер на тайде, и это именно тот... Айтем, который в прошлой игре секретов полностью поломал как бы игру противнику. Посмотрим, насколько быстро будет реализован он здесь. Так, полетел очередной ульт аппарата. Пытался заманить Брудой в этот ульт кого-то Симба. Не получилось. И вот он С4. Некра пока дают вижен. Видно Вайда. Войд прыгает и пытается улететь. Ревейдж не стали тратить пока. А, не было Ревейджа. 3 секунды было до Ревейджа, поэтому не стал он юзать ни рефреш, ни Ревейдж. Ну, я думаю, если бы был просто Ravage, он бы его завязал. Но да. Тратить еще и рефрешер на это они однозначно не стали. Лучше зайти по низу и подраться уже на хайграунде. И именно, наверное, это и будет делать А4 Пупей.
в миде, и Попей сейчас умрет. Да, вот он минус Попей. Никак. Здесь уже форстаф его не спасет от этого караулищего его Клинкса. Ну что, без Пупея будут заходить на хайграунд парни из Secret. На самом деле они могут просто пойти в затяжной вот этот пуш. А... под вард забежал. Ну там талисманов Evasion помогает. Прыгает Тайдхантер первый раз. И второй раз даже не надо прыгать, потому что просто два минуса моментальных. Ну и фамильяры тут, конечно, улетят, скорее всего. Хотя их тут обложили со всех сторон. И нет, конечно, не улетают. Оба фамильяра погибают. Минус 2 в миде, Грязин чуть Т3 не забрал. Ну опасен. Да, фактически он все это время немножко просто продолжал пушить. Ой-ой-ой, Ноутейл! Ноутейл, конечно, мужик, но умрет здесь, к сожалению. Да, Ноутейл, конечно, действительно мужик, форстав такой, просветка, но что-то он не подрасчитал немножко. Может, он, может, ожидал, что кто-то ему поможет, или Клинкс будет настолько напуган этой просветкой, что просто убежит от него? Ну, типа да, расчет, наверное, такой, а то что там, а вдруг там Тайдхантер-то сейчас... Так, у Бруды украли тоже паучок, а вот тут теперь паучоки с одной стороны, паучоки с другой стороны. Но этот фейтболт летает. Боже, бесконечный просто какой-то. Там у них 9 минус 16 просто дэмэджа. Так, Лизард, ульт Парата, Гаш, плевок и до свидания. Да. Конечно, от такой комбинации любой мягкий суппорт или не сильно хпшный суппорт закончится мгновенно. Там 3 нюка влетает еще и... Это больно. Ну, Кура 1800 после Battle Fury и пошел дэмэдж в Т3. Т3 падает. Вот он. Глиф не стали юзать. Войд. Ну, не тот барак ты грызешь. Ну, не тот ты барак грызешь. Симба. Симба спрятался. Его тут не видно. Я в домике. Возможно, есть план допушить этот барак до конца, значит. С наскока. Ну, такой себе план. Ульта Паришина залетает. Симба... Плевочек в Вайдат, бэктрэчил Войд, и мы видим, что бараки вынуждены юзать глиф, чтобы выжить. И уходит Симба. Ну вот, вот. Но уже все 5 игроков здесь. Они именно били этот барак с расчетом на то, чтобы затянуть пуш до того и убить оба. Баттерфляй появился у Бруды. Мы видим, Бруда танкует лицом, все ее тейменты сзади. На одного только ставит купол. И вот тут еще и выбежал из этого самого купола. И погибает Милан. Нет у него байбека. Тут пытается бить Бруду. У него баттерфляй. И вообще пофиг. S4 Ravage до сих пор не юзал. И без Ravage мы видим размен 1-1. Барак один упал. Второй барак почему-то бить не хотят. Что они ждут? Они ждут своих крипов. А, на топе. Ты смотри, что творит Ликантроп-то. Ну, опасность Ликантропа, конечно, существует. Особенно если он еще начнет бегать с Клинксом. Они это все будут сносить очень быстро. Хотя, фактически, размен сторонами был. Ну, а тут минус 3 снизу. Да, размен сторонами, и троих героев команды Mainsanity убили. Второй барак надо добивать, но мы видим, вторую сторону не могут начать бить ребята из Secret, потому что там Т2 товара стоят. Да, фактически Secret проломали ту сторону только сейчас, которую им всю игру пушила. 30 минут да. Пушила Бруда. В это время на нычку заходит Ликантроп и просто ломает им сторону, которую они как бы... Супер! Просто для, супер. Для них это игра. Все нормально. По крайней мере, вот именно это решение Ликантропа пойти запушить во время этой затяжной драки им окупилось с лихвой. Да, и действительно, Mainsanity забирает сторону у Секретов. Сейчас Симба пойдет по этой стороне. Окей, низу он уже весь испоганил своими сетками. Сейчас топ пойдет поганить. В принципе, все логично. Но, конечно, сейчас не очень веселый расклад получился для Секрет. Они-то уже думали, что они эту игру фактически выиграют. Но нет. По деньгам они ведут менее 5000, но тут эти качели туда-назад всю игру. Веселые, но все равно еще рано говорить о том, кто эту игру выиграет. Да, да, да. Но по крайней мере, я думаю, что так потеть Секрета не собирались. Там гем есть у S4, и будут они ловить Грязина. Грязин очень быстро бегает, и поймать тяжеловато этого Клинкса. Погоня за ним, в принципе, ой-ой-ой, ну вот это вот тут нагло да. Грязин. Очень нагло, там еще и Глимпс, Сайленс, ну и минус Грязин. Непонятное решение. Он, скорее всего, просто не подозревал даже, что сзади за ним идут Бруда эти все в миде. Купал. Промах, промах, промах. Ульт аппарата. Пофиг вообще. Просто 200 хп ей снесли. И вот он, баттерфляй. Да, я слышал, надо МКБ уже. Витя, сразу, Витя в 14 раз в таверну. Витя у нас просто мастер фида сегодня. 14 раз погибнуть, это надо постараться. При счете 32-24. Ой, какой глимпс Лизарда еще. Браво, Ноутейл. Ну, не прощают.
такое, просто секреты. Да, ошибки не прощают. Опять-таки снова растянулись My Insanity по карте. Клинкса поймали в одной стороне, ребят половили в другой стороне. Мы уже видели эту ситуацию, когда двух в своем лесу поймали секреты, и потом еще Рубика убила на боте Бруда. Фактически повторение этой ситуации с небольшим изменением ролей произошло, да, снова. И мгновенно в пуш транзит они переходят. Ну, Т-20 надо забирать быстро и сразу идти на Т-3. Тут других вариантов нет, потому что на топе опять-таки там Ликантроп их уже сплит-пушит. Ой, Вайда, глимсанули, под ревейдж, ульта Паришина, Войд ставит купол и убьет Ноутейла. Может быть. Да, Ноутейла убил и уходит отсюда, но все-таки подыхает. Мне кажется, за стрялом там слишком долго. Ликантроп! Минус Т-3. И красавчик, просто красавчик Ликантроп. Как же четко он сплит-пушит-то. Тут тем временем Грязин добивает Пупея. И сам сейчас будет страдать. Вот, кстати, там же есть гемы, Грязину надо бежать. Есть птички, птички могут Грязину помочь. Не туда пошел Тайд, Тайду надо показывать, потому что все-таки гем и минус Грязин. Уже садилась птица, к сожалению, не смог ее еще раз опустить визаж. Не смог совсем помочь Клинксу, и он умирает. Да, какой-то лютый трэш идет на карте. Тут сплит-пушит, барак рейнджевой в миде у секретов битый очень сильно. Ну и по-прежнему что, все что угодно может в этой игре случиться. Пока секреты теряют время, там Клинкс и Ликантроп опять-таки будут забегать по разным линиям, пытаться забирать те бараки голые. Ну, правда, единственный плюс для секретов, что у них на нижней линии стоит оба тавра, и Т1, и Т2. Да, больше одной стороны они хотя бы за раз не потеряют, если вот так вот, да, в спину зайдут еще и одновременно, и Ликан, и Клинкс. Ну, Бруда тем временем 25-й левел, собирает, я так понимаю, Кирасу, скорее всего. У Эмбера Мантастайл, что? Куроки, Мантастайл на Эмбере? Это зачем? Это а куда? Есть инфа, сколько раз вообще Мантастайл собирался на Эмбер? Не знаю, это надо где-то посмотреть. Это сбрасывать аршин? На доте? Ну, типа да, другого варианта тут, конечно, нет. Но вообще-то это правильно, и ну, это нужно хоть как-то его сбрасывать. Но Куро за счет этого недополучает огромное количество дэмэджа. То есть у него могли были быть криты, но, видимо, все-таки решил, что Манта будет поважнее, да, чтобы выживать. Главное, как быстро он успеет. Две иллюзии с Кливом тоже нормально могут, ну, отпушить в сторону. Типа, да, но это в первую очередь, конечно, против товарища Грязина на Клинксе. Именно расчет на то, чтобы контрить его. Ну что, Витя, Аганим собрал-то. 14 раз умер, но Аганим собрал, Виктор. Молодец. Как это? N-настойчивость. N-настойчивость, да. Да. Да, красавчик. Ну что, тут в лесах непонятно, что-то происходит. Птица с 10 хп летает. А Бруда пошла пушить Т3 по миду. Вот-вот, пошла атака в Т3, Некра, подбежал Рубик, полетел этот фейтбол чудесный. Все равно не настолько быстро. Вот, ну и тут драка, тем временем купол. Ай, в никуда купол, Ноутейл, Станя, Ревич в никуда опять-таки. Ну как в никуда, 15 раз визажа отправили в таверну. Бруда тем временем ничего не снесла. Да, к сожалению, Бруда не так сильно вот пушит соло, как тот же Клинкс, к примеру, который заходит на базу. Или как тот же Ликан, который заходит на базу. Да, ой, хорошо, Ревич. И если убьет здесь Войд, будет все печально. Войд погибает, у него нет байбека минуту целую. Ну и Тайдхантер-то решил. Лизарда тоже цепанули, он никуда отсюда не денется. Да, Лизард тоже погибает, пришел Грязин. Ульта Парата, Грязин уходит отсюда. Ликантроп пока без формы, еще 10 секунд. И Т3 Тавр очень активно прессует сейчас Симба. Все абсолютно верно. Мне кажется, олынится практически секрет. Ну, не ну, олынится, не улынится, они... У них все нормально, потому что у них топ отпушивает Куроки. И тут очень тяжелая ситуация сейчас для Main Sanity. Без Вайда им страх, как тяжело будет что-либо здесь сделать. Бруда медленно грызет барак. Опять-таки с милишного барака начинает. Был бы здесь Каспер, он бы ужасно горел бы. Уже второй раз за игру. Да, Симба, Сайленс, расстреливают. Ну, не просто так его расстреляют. Все-таки у пацана баттерфляй, у пацана включен на... Insatiable Hunger. Да, и он очень хорошо себя чувствует. Плюс к тому же принес себе уже и Кирасу. Его там набили, босс, может быть, на пол хп. Стрим вообще пофиг. Он за три удара отличился на фул снова. И секреты просто собрались здесь забрать эту сторону. Вот что я имел в виду. Они, да, навалились и уходить не собираются. Все 60 секунд, которые не было Войда, они потратили с огромной для себя пользой. Да, и все круто. В отличие от предыдущего раза, сплитпушить как бы не могли. Войд, Глимс, Вайда.
Войт подальше, и Ликантроп побежал у нас за Пупеем. Пупей говорит, а я умею юзать форстав, и уходит отсюда. Да. Сторону в этот раз уже без хоть какого-то для себя размена забирают секреты, не потеряв ни одного... Войт связали в сайленсе, приморозили Войт, и очередной Раставерну на 67 секунд. Бесполезно, потрачен. И Клинкс здесь тоже умрет. Да, Клинкс тоже в таверну, 80 секунд не будет Клинкса. Тут птичек добивает у нас S4. Одним инчинсмешем троих забрал, 300 голды заработал. Ликантроп пытается зайти через мид, забрать барак, но он даже волками заберет этот барак. Ну, барак он заберет, кстати, полторы стороны. Ликантропа тут Куроки будет долго убивать. У Ликантропа еще БКБ есть на крайняк, который он почему-то но не Но формы нет. БКБ было, формы не было, но он не стал тратить ни то, ни другое. Бруда тут, кстати, на базе продолжает веселиться против саппорта, потому что только два саппорта живы. На топе ничего не могут пушить секрет, потому что стоит Т2, и Бруда сейчас занимается какими-то бесполезными вещами. Побежал бы на топ, забрал бы Т2 тавер этот, потому что здесь он абсолютно бесполезен. Ну, два саппорта против него, скоро появится Войд. Какая-то настолько сумбурная и непонятная игра у нас происходит. Нет, ну, уже чувствуется, что секреты преимущество заработали огромное. Да. Они драки выигрывают за счет двух реведжей, за счет просто прокаста и АА, и уже достаточно очень полезного на этом этапе игры Ноутейла. И Бруда, мы видим, просто ничего не боится. Ну да. Она знает, что эти два суппорта и Войд ее будут убивать полдня. Мы а если видели. Она включит ульт, она просто от двух тычек отхилится на фул. Да, ну вот остальные герои команды Secret, мы видим, сейчас пушат топ, там у нас Куро и вместе с ним Пупей. В миде Ноутейл тоже подтягивается, ну а тут Бруда пока развлекает. Развлекает врага, заставляет его стоять на линии. Ну и тут вот эти крипы, пауки, Т4 грызут. По чуть-чуть, по пару хп, но Т4 все-таки проседает. Ну фейтболты, конечно, рубиковские очень сильно спасают ситуацию. Ну что, у паучоков просто нет дэмэджа. Но пол Т4 таура упало. А топ побежал у нас Гризин, и гема-то у Куроки нет, ульт аппарата, Куро выживает, Гризин БКБ, и Гризин только опасно въехал-то. Это я на самом деле не совсем до конца понимаю, зачем Гризин вот делал только что этот выход, сразу было понятно, что за ним погонятся, а упал он... на ноутейла и минус ноутейл. Вот это другое дело. Прийти вдвоем, потратить скилл, но кого-то все-таки убить. Клинкс же там соло не убивал никого. Тем более этого Эмбера, зная, что у него есть манта, выйти из Аршира. Не, ну может надеяться, что вдруг получится. Так, чем занимается Бруда? Бруда занимается ничем на данный момент. Она бегает по лесам со своими паучками. Пошел бы, остался бы здесь, просто Т4 толкал бы. Вот он не дает пушить линию. Ликантроп тут линию тоже хорошо отпушил. И Волков, в принципе, может с крипами отправить на вот этот барак. Все-таки не забываем, что полторы стороны у секретов тоже отсутствуют. S4 видит пацанов. Войд АФК кашет, что ли? Нет, он стоял здесь в заначке. А почему не заблокировать его до этого? S4, первый реведж. Ульт аппарата не самый отличный. Будет ли второй реведж? Да, вот он второй реведж. S4 погибает. И все очень плохо сейчас. Ну что, Пупей тоже погибнет. И это минус 3. Бруда непонятно где, Эмбер непонятно где. Да, байбеки есть, конечно, у парней из Secret, но... И снова какие-то раскачивания, начали снова в эту сторону раскачиваться качели. Да, ну тут 20 тысяч голды, да, 20 тысяч экспы, но все равно... Уже слишком далеко ушли просто качели. В прошлый раз до этой раскачки уже не уверен, что удастся вернуться. Не, ну тут я думаю, да, по деньгам вряд ли по экспе получится, но в любом случае у них все еще есть шанс эту игру выиграть. Чисто за счет сплитпуша, чисто за счет того, вот как у быстро... У них огромный дэмэдж по товарам, по зданиям. Да, как насколько быстро эти ребята сносят здание. Биг Дэдди, привет, Ликантроп, купол от Вайда, Ликантроп жив, Шива от Тайда, ульта Паришина и Ликантроп в таверну. Войд пытается уйти, Ревейджа нету. Войд, вот он этот Войд, будет его ловить, ловит его здесь Пупей. Приморозил, и если чем сбить, Searing Chains. Ну и, по-моему, тут Войд приплыл. Да, поймали его. Silence. Сейчас замерзнет, и это минус Войд. Мне нравится просто
все это время S4 стоял и смотрел на него, мол, пацан, ты умрешь, я до тебя вот здесь через дерево не дотянусь, но ты умрешь. Я тебя вижу, так, ну а здесь на базе бегает Грязин, видит Пупея, в Пупея есть ГОСТ и Форстаф, успеет ли Пупей, Пупей видит. Связали Грязина! Ой-ой-ой, Грязин, братан, тэп-аут успеет он, конечно, здесь сделать. Еще один непонятный мув, не прожат был ни оршит, ничего. Надежда просто убить его, ну, на слабо. Да. Как-то тупо тут действовал Грязин. В итоге прожал БКБ и ТП аут. Ну, выиграл для команды 3 секунды. Space created. Да. Copyright. Почему Бруда еще не пушит вот здесь Т2? Я не могу понять. Бруду мы все это время фактически не видим. Она себе купила Sacred Relic. Будет делать Радианс. Рапир. Ну, конечно. Сразу рапир. Рапира это прям лучший выбор здесь будет. Или баш. Ой-ой, там глимп сказать. Приплыл Витя. В какой уже раз я даже считать уже замучился. В 17-й раз. 17-й раз, да. Ну и что, Т4 и трон, ну глиф есть. Ну а что, тут других вариантов нету. Там Т2 стоит. Войду придется выкупаться, если... Ну у него 9 секунд, думаю, как-то дождется. Еще есть глиф. Байбек на потом оставит. Фейтболт очень хорошо работает против... И вот он глиф. Тут еще вопрос, хватит ли ему денег после еще одного смерти на байбэк. Хватит ли здесь времени, потому что если пойдет просто фулл дэмэдж в трон, Куро улетает от Ликантропа, у которого сейчас закончится БКБ. Куро пока пешком бежит. Куро, монтаж у него есть, и просто улетает. Он просто еще раз создавал время. Ой-ой, Грязин! Ну и тут Бруда, конечно, уже начинает не прощать с руки. С лица, точнее. На базе противника был куплен супербашер. Неплохо. Ликантроп. ПВП. Ну, и Ликантроп погибает. 2 байбека делают сразу ребята из My Insanity. 3 байбека. Тут купол на Бруду. Бруду расстреливают с разных сторон. Тайтхантер. Ревейдж. И второго не будет Ревейджа, но погибает. Здесь воет. Виктор в 18-й раз отправляется в таверну. Виктор, ну, сегодня бьет рекорды. Виктор действительно бьет рекорды. И трон... Все-таки сейчас упадет. 50 фрагов почти сделали с секреты. Ну, тут еще драка идет, кстати. Тут трон-то еще стоит. У трона 300 хп, и он действительно еще стоит. Вот S4 в лизер, да. 51-31 счет, и Грязин тоже погибает. Ну и эта игра таки закончилась. Крутая игра. Да. Я думаю... Все перед началом этой игры ожидали такого результата, но не ожидали такой игры. Потому что, в конце концов, первую половину уверенно раскачивали качели и заставляли в себя верить сербы. Полностью сербская команда. Да, полностью сербская команда. И сербы сыграли действительно очень круто. Заставляли верить в себя и болеть за них. Особенно людей, которые вот любят за андердогов болеть. Ну, это понятно. Если они еще показывают настолько классную игру. За команду, которая слабее. К тому же, My Insanity играли не в полном составе. У них играл стенд-ин кол вместо мяча, вместо их основного игрока. Так что, ну, молодцы. Молодцы, просто молодцы. По крайней мере, нам развлекли нас, показали замечательную доту. Возможно, оппоненты, которые будут в будущем против них играть, сейчас забеспокоятся немножко. Думаю, My Insanity эти. Ну, 2-4 у My Insanity, в принципе, более-менее статистика нормальная. Но 18 раз у нас погибал Виктор, это такое. Ну что, 11-й день европейской старт-серии закончен. Hellrisers и Secret Team — это две команды, которые лидируют. На данный момент 4-1. У них у Гумба 3-2, у Power Rangers 2-0, Vega. Чемпионы про серии прошлого сезона 2-3, My Insanity 2-4. Cloud9 и Na'Vi сыграли по одному матчу, 1-0 у них, у X-Game 1-4. Дальше идет группа команд, которые все еще не стартовали, так как находятся в Швеции. Это Альянс, 4Rangers, NC Captain, Virtus.pro, Polar, Tinker и простые Virtus.pro, Empire 0-1. Ну и Наташа до сих пор ищет парня на дне турнирной таблицы. 0-4 у команды «Наташа ищет парня». Вот еще раз результаты сегодняшнего дня. Завтра у нас опять-таки очень интересный день. Завтра мы с вами посмотрим на такие вот игры. 5 матчей завтра. Na'Vi против X-Game KZ. Потом Наташа будет искать парня в матче против Power Rangers. Дальше Гумба против Vega, Гумба против Empire и Virtus.pro против Secret. Очень интересные игры. Нас ждут завтра. Сегодня же ночью, ребят, в 1:30 CET я вас всех приглашаю на трансляцию матча Star Ladder America, где будет играть Not Today против Pain. Обязательно посмотрите, если вам будет не спаться ночью. Ну или посмотрите завтра с утра в записи на нашем YouTube-канале. Ну и завтра я вас приглашаю опять-таки на матчи Star Series. Завтра последний день Star Series, который буду комментировать я с Каспером, потому что уже послезавтра мы... Улетаем в далекие дали и будем для вас комментировать LAN-турнир. Сегодня мне помогал комментировать Евгений. Спасибо, что пришли. Пожалуйста. Можете передать приветы кому-то. Маме передаю привет. А брату?
брату передаю привет. Также всем, кто нас иногда смотрит на стримах. Спасибо большое. Спасибо, что предоставил мне такую возможность. Да, да, подписывайтесь на Твиттер Евгения. Он там вот снизу, вот там вот написан. Смотрите стримы на канале Review TV, где Женя постоянно стримит разнообразное порево. Ну, в хорошем смысле этого слова. Хотя какой может быть проходит смысл слова порево? Только положительный. Да, да. Всем спасибо и увидимся завтра на матчах Star Series. Пока. Спасибо. Приближается начало нового на SLTV AM Series. В традиционной лиге примут участие свыше 1000 команд, а дивизион Junior позволит продолжить борьбу за первенство всем участникам, которым не повезло в начальных стадиях. Принимай участие и ты. Регистрация на турнир открыта до 17 ноября и доступна всем желающим. Подробности на сайте dota2.starladder.tv.